Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас Перри, и сегодня у нас с вами разбор на Noise MC. Сразу же такой вопрос. Конечно, вы давно ждали, и мы обещали вам разбор на «Сгораю», но прошло приличное количество времени. Песня была очень популярной и топовской, я не знаю, есть ли смысл ее разбирать, потому что было уже наверняка много разборов, и табулатуры, и аккордов, всего этого дела. Если хотите, пишите об этом в комментариях, что вы хотите песню «Сгораю», и мы ее разберем буквально прямо через месяц, в июне выйдет. У Ваньки «Не сгораем» новый альбом, который выйдет, должен вроде как выйти в этом году. Уже пара треков с него есть, даже может быть троечка. Тем не менее, сегодня мы разбираем песню, которая называется «М», хотя изначально называлась «Мама». Очень грустная лирическая песня, достаточно депрессивная, несмотря на то, что она не сложная. Я еще, честно говоря, не знаю, как будет называться это видео, разбор или бонус, потому что, скорее всего, это все-таки разбор, хотя песня, если говорить честно и откровенно, наверное, тянет больше на бонус. Но, тем не менее, она очень красивая, самодостаточная, и ну, мне нравится ее играть. Я думаю, многие из вас тоже найдут в этом что-то свое и будут ее с огромным удовольствием исполнять. Кто обратил внимание, сегодня я играю на прекрасной гитарке Кремона. Я думаю, название вам известно многим. Кому неизвестно, это очень тоже классная фирма гитар. Подробнее сделаем попозже видео про них. Это у меня модель Stonal. Стоит она всего 17 700 в мажор бенде, но сейчас, кто следит за новостями, у нас много, очень много всяких скидок на различную продукцию до 1 июня все это дело. Более того, не забываем, что есть доставка по всей России, по всем странам СНГ. Плюс ко всему, если вы говорите, что вы от Моника, при заказе вы получаете дисконтную карту, в которой есть уже скидка, плюс еще накопительная система, и плюс шанс, покупая гитару в мажор бенде, шанс выиграть электронную барабанную установку. В общем, куча ништяков, все для вас, пожалуйста, все просто, все, что хотите. Все есть, все сделаем, все будет. Ну, а сейчас давайте с вами уже приступим непосредственно к разбору. Вступление в этой песне по существу также является и куплетом, и звучит оно так. Мы сжимаем power аккорд до диез, либо ре бемоль. Кому как больше нравится. Значит, пятая струна у нас зажата на четвертом ладу, четвертая и третья зажаты на шестом ладу. Вторая и первая струна будут открытые. Все практически построено на этом аккорде. Мы играем обычным прибором, арпеджио, пятую, четвертую, третью, четвертую. После этого первую, вторую, третью. Далее убираем первый палец, пятая у нас получается открытая. И играем пятую, четвертую, третью, четвертую. А затем первую, вторую, третью, четвертую. И немножко тянем эту ноту до конца такта. То есть все вместе медленно. Да, здесь есть такой момент, если играть достаточно медленно, это звучит странно. Как-то такой съезд с ритма прям очень жесткий, но если играть это быстро, то сразу становится все понятно. Так играется на протяжении аж трех раз, по-моему. Thank you.
Три раза. И на четвертый раз мы сжимаем классический аккорд ми мажорный, он же е. И играем шестую, пятую, четвертую, пятую, третью, четвертую, пятую. Ставим power аккорд фа диез, то есть шестая струна зажата на втором ладу, а пятая и четвертая на четвертом ладу. Играем просто шестую, пятую, четвертую. И делаем такую штуку. Мы делаем резкий слайд на четвертой струне с четвертого на пятый лад. Снова играем четвертую струну на четвертом ладу. Затем второй лад. И пятую струну, опять-таки четвертый, второй лад. Табулатура в помощь. То есть... получается. А, нет, вру. Момент аккорда фа диез мы играем не шестая, пятая, четвертая, а шестая, пятая, четвертая, снова пятая. То есть. Также есть вторая гитара, которая играет то же самое, только на октаву выше. Это у нас первая струна, второй лад, слайд со второго на третий. Снова второй лад, открытая. Вторая струна, второй лад и открытая. В принципе, можно прямо играть вместо здесь. Только придется немножко заморочиться. Можно и так, а можно... На самом деле, это практически вся песня, основная ее часть, но она очень красивая, очень мелодичная, и я думаю, ну, многим из вас понравится. После этого идет припев, который звучит так. Происходит. Все очень просто. Обычные power аккорды. Это у нас до диез, затем до. После этого ми фа диез. То есть вниз, вверх, вниз. Следующий аккорд. Удар вверх. Пауза. Вниз, вверх, вниз. Здесь аккорд ля, просто два удара. И добавляем пятую струну на четвертом ладу. То есть просто зажимаем вместе с аккордом четвертую струну на четвертом ладу. Да, четвертую струну на четвертом ладу. Отпускаем и еще раз. Снова аккорд ми. Три удара и аккорд соль диез. Я забываю, что по аккорду ля два удара. Thank you.
опять-таки, фантазировать, разнообразить песню вам никто не запрещает. Как вот, собственно, я сейчас решил добавить немножко развития. На этом, собственно, все. Песня, да, правда, простая. Разбор, наверное, получился очень короткий. Но, тем не менее, она красивая. И давно уже ждали что-нибудь от Нойза. Просто не знаю. Ну, вот выбрал я именно эту песню. Если хотите какие-то другие песни его, пишите это в комментариях, какие, в принципе, песни вы хотели еще увидеть. Нужна ли песня «Сгораю»? Или, может, уже прям реально приступим к новому альбомчику, разберем что-нибудь из новенького. У него как раз сейчас вышел англоязычный трек. Что-то там про Ленина. Не помню, как называется. Ну, Ленин идет, короче. Ленинском, по-моему. Не помню. Там, кстати, тоже достаточно простая песня, но прикольная. Так что пишите свои пожелания. Все нужные ссылки всегда есть в описании. Как группа Major Band, так и сайт. Кстати, в группу Major Band обязательно вступайте, потому что именно там будет проходить конкурс каверов. Все работы будут выкладываться там. Голосование, жюри, все-все-все будет именно происходить весь движняк там. На этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте все в группы, там инстаграмы, твиттеры, все-все-все. Везде тусуемся, везде все показываем, следим. На этом, собственно, все. Всем пока.